Ну вот, ребята, я лужу нашел. Сейчас я в нее полезу. Вот она лужа. Вот мой башмак. Все, утонул. Ждем, когда сейчас заору. Вроде тихо. Нету там воды у меня в башмаке. Значит, держит. Такая вот фигня. Это с другой стороны. Ладно, пойду куда-нибудь в кустики. Вот такие вот находочки получаются, бывает иногда. Всплеснулась, в общем. Звездочка. От лесопеда. Ищем дальше. Уйди оттуда. Ванька. Ваня! Ваня, это что такое? Ничего, Ваня, ты наглый. Ну он же козел. Ну а что там, что тут? Здорово. Тут нету такого. Бяша. Брежнев. Брежнев? Да. А сука, он и сразу. Ах ты, Брежнев. Смотри, что такое. Дерево. Ну вот, каракулик. Молодец, красивый будет, а. Че, ребята, куда поперли-то? О, сколько вас много. А что они-то ручные все такие? Ну, это вот со мной они такие, с хозяем, они боятся, никто не подойдет. Мальчишки, девчонки красивые, маленькие девочки, мальчики. Кто там я? Сам такой. О, коза, береза. Иди. Здорово. А я с утра, потому что сегодня отдыхала, не послала их, поэтому она... Ну и что, встали? А? А ты что тут подкрался? А? Это девка. Девка? Чуиха? Ну все, теперь... А? Маленькая такая коза-дереза. А? Надо эти прутья загинать, блин. Давай, пошли. Не мешайте работать. Пошли. Это вообще каракуль. Каракуль, на папаху, короче, с нами пойдешь. Мы с тебя на папаху сделаем. Не побежи. Ну все, вперед и с песней. Давай, пошли. Давай. Или с нами остаешься? С нами остаешься? Пошли гулять. Нет, что нам с ним делать будем? Да найдем, что делать.